Так, друзья, повертаємося до нашої бадьорої ранкової студії. Нарешті, нарешті це сталося в Україні. Відкрито, ну, М'яко кажучи, починаємо відкривати туристичний сезон. Вже можна в Туреччину поїхати, так, в Єгипет, іноді в Грецію, у кого є гроші. О, а ми сьогодні поговоримо все ж таки про перспективи туризму в Україні з Андрієм Ходєєвим, експертом з туризму. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, ну що, які в нас взагалі перспективи тепер? Ви знаєте, дійсно, ті події, які відбулися в прошлом році, uh -huh. вони немножко поміняли весь мир і туристичну отрасль в частності. Но, мабуть, це. Какой-то етап естественного відбору, який дозволяє видумувати, придумувати, проявляти якісь ініціативи, туристичні компанії цим займаються. І я думаю, ті, які вот придумали uh -huh. для вас, они обязательно чим-то порадують этим літом. Uh -huh. Слухай, а ми можемо зараз говорити про те, що э, це якраз вдалий шанс, аби популяризувати туризм саме Україною. Да, так, более того, этому шансу уже один год, он mm. с марта прошлого года начался. И когда закрыли границы в Украине, то ничего не оставалось делать, как что-то делать в Украине. Но там беда, если честно. Вот да, есть Одесса, Львов, Киев, популярные города для туризма, но есть еще куча-куча интересных мест в Украине, но все памятники архитектуры, искусство в плачевном состоянии, инфраструктуры нет, дороги плохие, ну, в общем, есть многие проблемы, но тем не менее, вот этот год, он, наверное, был самым лучшим для туризма внутри страны. Ну, вот просто из-за того, что сложилась такая ситуация. Я уже не говорю о... Там Чернобыль, который mm -hmm. посещают в разы больше людей, чем год-два-три назад, это прям бум и вот благо нам сериал HBO в свое время no, для я как Украины, кажется, помих, так. да, сделал сделал вот просто все условия для того, чтобы там все развивалось и там все развивается и я надеюсь в Украине появятся вот такие направления, как Чернобыльская еще еще еще, а Займатися є з чим, дійсно. Слухай, ну от на твою експертну думку, Чорнобиль це, мож... ну, це ж безпечно, в принципі, Абсолютно. так? Абсолютно. Да. Тому що є певні випадки, коли кажуть, що все ж таки радіаційний фон там. От, це, знаєш, це унікуми, які йдуть на звичайну екскурсію в Чорнобиль, кудись звертають і потім псують імідж. Кажуть, а... що там радіація. Дело в том, что не бывает ни одной хорошей вещи без какого-то вот негатива, uh -huh. такого э, легкого налета негатива. Это, наверное, нормально. Но на самом деле в Чернобыле абсолютно безопасно там уже прошло много лет uh -huh. там э, дозиметры и постоянное вот из, как бы вот исследование радиации на человека, который туда приезжает оно постоянно происходит uh -huh. толпа туристов если я не ошибаюсь там около 100 тысяч человек посетило за прошлый год и в общем то ну может быть единичный случай, если действительно какой-то такой вот специалист в кавычках uh -huh. куда-то завернул и что-то там нашел но ну, скорее это исключение справил а на самом самом деле вот ну лично я туда езжу из группами и сам uh -huh. а, как минимум два раза в год это ранней весной и поздней осенью uh -huh. на мой взгляд это самое лучшее время для посещения этих мест погода должна быть такая вот унылая дождливая тогда вот uh -huh. картинка полностью сложится а, нету зелени а, людям которые, может быть помнят Чернобыль как-то там в своем детстве помнят то, что было в 80-е годы в Советском Союзе, и та картинка, которую они видят в Чернобыле, накладывается, вот какие-то воспоминания, что-то внутри какие-то эмоции вызывает, причем нету негативных эмоций, вот таких ярко негативных, есть какие-то смешанные интересные чувства, как вот после прочтения какой-то интересной книги угу. или просмотра интересного фильма. Вот у меня лично так, а у зрителей, наверное, вот какие-то есть свое мнение, если кто-то не был, обязательно рекомендую туда съездить. У так. мене є до вас також запитання. Ми розуміємо про безпечність, але, наприклад, я також недоразово читала і дивилася, що там якби ожила дика природа в цьому плані. От у мене вже якби, сумніви там, я чула і про вовків, там, і ще про якихось тварин. В цьому плані безпека є. Тобто то ви якось це теж проглядаєте, не водите вовки? Не воруйте хліб у журналістів. Їм треба о чому-то писати. Треба видумувати якихось волков, крис в метро і все остальне. Нічевої. это все какие-то мифы придуманные. Но мифы красивые, интересные. Но зацикавливают. Я бы на Вовкив поехала в Сам да. на Вовкив? Да. А, ну, кому шел в Чернобыле? Кто что чекает? Это знаете, ну, тримарочка ремарочка небольшая. Есть гора Кайлас в Тибете. И вот когда я когда-то писал научную статью на эту тему, и первые в топе Гугла вот выдают статьи вот таких вот псевдонаучных которые придумывают какие-то байки вокруг этого всего. Это людям просто интересно, это вот, ну, видно, хорошо заходит. А поехать и сравнить с реальностью всегда полезно. Слушай, от э, не дарма мы изгадали псевдо ці всі статьи. Якщо взятый Чернобыль. Uh -huh. Там є все ж таки містика чи нема? Бо багато інформації з приводу того, що там, ну, прям містичне якесь місце. Знаєш, там і речі можуть пропасти. Може ну, uh, uh, не виїхати звідти. Може не виїхати, так, заблукати. Ну, well, заблукати можна завжди uh -huh. <laughs> і везде, це істественне. Насчет містики, я думаю, що то. то, с чем человек едет, то он и получает в итоге. То есть, если кто-то идет с какими-то там материальными мыслями и ничего не хочет видеть, кроме развали, но он mm -hmm. это и увидит. Если у человека более бурная фантазия, более богатая, то, естественно, с ними случится что-то, и найдет он что-то, потеряет, может быть. Это все зависит от mm -hmm. человека, то, что внутри нас. А Чернобыль — это всего лишь э, декорации, в которых происходит с человеком то, что он ожидает. Я думаю, так. Слухай, неочікувано. От це знаєш, це така досить чітка і як, позиція близька до реальності. Тому що ми з приводу Чорнобилю багато говорили. Також хочеться на твою експертну думку от, дізнатися, що в Україні ми повинні змінити, аби наш туризм туризм нашою mm. державою вивести вже знаєш, там, на міжнародну арену. Путешествия Україною в, в прошлом году. Обратил внимание, что у нас оказывается огромное количество э, памятников исторических, которых, э, о которых все забыли, и мало кто знает. Они находятся, как правило, в плачевном состоянии. Вот взять тот же Тарканифорд, который э, в, это Ровенская область, по-моему. Э, Отличный, хорошо сохранившийся памятник, который, по-моему, на балансе э, Министерства обороны находится, или как э, оборонный объект какой-то нету подъездов, нету каких-то парковок, элементарно там туалет, биотуалет поставить. То есть, если бы вот э, наша страна взялась за вот такие памятники, а их очень много, они очень интересные, то не только бы люди из Украины, но наверное иностранные туристы бы с удовольствием туда приезжали. Ну, элементарную инфраструктуру сделать и продавать даже билеты за вход, это будет какая-то рентабельная процедура, и я думаю, что вот Обратить на это внимание. В одном месте, ну, не буду сейчас говорить, что дабы так, не, так. может быть, местной власти там не, не компрометировать. А, тоже а, огромный дворец стоит в полуразваленном состоянии. Местной власти, единственное, что смогли сделать, это ленточкой, ленточкой такой вот полосатой перекрыть фото и написать, не заходить сюда. Угу. А рядом развалины стены, можно это все обойти и все такое. То есть, вот, хотелось бы, наверное, чтобы туристическую инфраструктуру привели в порядок, и тогда будут люди больше путешествовать не в Турцию, Египет и там в Мексику, а будут ездить и в Украине в том числе. Например, те же Соединенные Штаты Америки, у них внутренний туризм в разы популярнее внешнего. То есть люди путешествуют внутри страны. Это круто, они оставляют там деньги, они не вывозят их за границу. И может быть, ну, Надо делать какие якісь шаги навстрічує в Україну теж угу. у мене є запитання: знаєте, останнім часом, це ж як подорожували люди в Україні, блогери різні багато чого висвітлювали. Угу. Дізнається про більше таких якихось маленьких місць, містечок, які вже не заїжджені, скажімо так. Чи дізнавалися ви про якісь такі нові міста і могли, б, можливо, порадити? У нас був такий случай ну, от на цю ж тему їхала група. Ну, ми їдемо машинами. і от Мы должны были подъехать к одному из памятников архитектуры, который находится в селе в Житомирской области. Глухое село, mm -hmm. хотя два часа езды от Киева. Mm -hmm. И вот там все вышли из машин, все начали слушать нашего гида, который рассказывал об этом объекте. И здесь на повозки, запряженной лошади, едет шесть человек. Это у них типа маршрутки такой, наверное. Они ездят в этом. Ни связи, ничего в этом селе нет. И вот все бросили фотографировать этот объект, все начали снимать на видео вот эту вот повозку, потому что для людей это, ну, мягко говоря, необычно. Mm -hmm. Вот в двух часах от Киева есть совсем другая жизнь, которую мы, к сожалению, наверное, не знаем. Mm -hmm. а, вот ну, в, в путешествиях часто встречаются вот такие... Вещи, о которых... Ну, якби как бы не думаєш, не плануєш, але вони відбуваються самі з собою, тому що ти погружаєшся в ту атмосферу, куди приїхав, і бачиш життя декілька інакше, ніж в столиці або десь в крупних городах. Ну, от я ще знаєте, саме на увазі того, що от є маленькі міста, наприклад, ну, я подорожувала в Житомир, я їхала в ботанічний сад, але він виявився зачиненим. Угу. І я не довго думаю, чи ми пішли там до водяної би, бухти і погуляли походили там. Угу. Потім дійшли до гідропарку і погуляли там. І я розумію, що в принципі як змінити трошечки Київ на щось інше, це цікаво. І, можливо, от якісь є ще маленькі міста, які ви шукаєте, які ви там аналізуєте, як це відбувається, і чи є якісь такі міста, маленькі, які можуть зацікавити подорожувальників? Так, да, Ну, Можна масу прикладів привести, і дійсно, эти міста, ну їх не побачиш невооруженным глазом. Треба присматриватися, їх знаходити і все такое. Херсонська область та саме, багата. Вот, Хотя бы, ну что там может быть в Ферсонской области. Но там есть самая большая пустыня в Европе вообще-то, в Украине. Ось вам и добрый день. Вот, там есть необитаемый остров Зерлгач, на котором тоже интересно туда приехать, пожить там какое-то время. Мы когда там были, дельфины подходили к пяти метрам от берега и там еще остались какие-то чистые, экологически чистые места. Есть много чего, и ну, надо просто открыть Google, наверное, заняться, вот, вникнуть, и вы обязательно найдете что-то, то, что близко вам, то, что вам интересно. Ну вот, на примере Херсонской области, причем сам Херсон оказался очень интересным городом, вот, там, оказывается, очень большая история. Этот город строился вместе с Одессой в свое время. Они вот у них была единая стартовая точка, но потом просто развитие пошло немножко по разным направлениям. Но те, кто любят историю, увлекаются, это все безумно интересно. Ось в мене ще одне запитання. Я одразу як планую своє літо і намагаюся зрозуміти, чи мені за кордон планувати відпочинок, чи все ж таки по Україні. Ось дивіться, коли ми їдемо за кордон, ми плануємо, що там є море, там якісь визначні місця. А якщо, наприклад, це подорож... відбувається подорож в Україні, то чим ми можемо зацікавити? Наприклад, я знаю, що в деяких містах створюються навіть таблички з кодами, що вони там можуть підійти, відсканувати і знають якусь історію. Тобто, ось вже тобі якісь там моменти ноу хау в маленькому місці. По так. Да? Вот чем таким мы можем заинтересоваться, что нам потребно вести, чтобы не проигрывать, скажем так, за кордоном? Ну, давайте так. Во-первых, ты путаешь отдых и путешествие. Ага. Если мы поедем просто в Турцию, поживем неделю в отеле и вернемся домой, это, скорее всего, отдых просто. Угу. Путешествие это все-таки немножко другое. Это когда мы постоянно перемещаемся там из пункта А в пункт Б, потом дальше, 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 проезжая проходя какие-то места, мы окунаемся вот э, в тот мир, в котором мы находимся, это вот уже путешествие. И если говорить о путешествиях в Украине, то э, или за рубежом, то здесь, наверное, я бы рекомендовал сделать и то, и другое. То есть путешествия в Украине, путешествия за рубежом будут очень сильно отличаться. Здесь вроде бы все понятно, здесь мы дома мы все знаем нам, нам тут уютно комфортно все хорошо путешествие за рубежом это своего рода квест какой-то где надо знать язык где надо уметь там э, найти маршрут правильный найти там гида или что-то еще путешествовать в украине проще это не требует каких-то там затрат финансовых временных можно поехать на выходные просто вот на, на, назначить себе место я хочу Днепропетровскую область, допустим, что там увидеть. Но там есть, например, какие-то вот те люди, которые любят, или фотографы, любят индустриальные объекты, лучше Днепропетровской области в Украине, ну вот Кривой Рог, Днепропетровская область люди за границы, фотографы специально приезжают туда, чтобы сделать какие-то индустриальные фотографии, и потом вот где-то там у себя в Европе на выставках они это выставляют, получают призы. А у нас это рядом, и мы это, ну, не ценим, потому что, ну, возможно, это еще, вот, знаете, такой мейнстримом не является. То есть это э, удел каких-то там небольшого количества людей, которым это нравится. Но будем надеяться, что будем расти и вот таких любителей такой фотографии или такого вида туризма. или чого там що буде больше, Україна буде востребована, прежде всего українцями. Це круто. Слухай, на твій погляд, який найпривабливіший маршрут подорожі там з України за кордон? Ну, я ну, не беру зараз Туреччина, Єгипет, там, де Наташа, і поїхали далі. Ну, э, вот, В моєму топ-5 стран це. Это... На первом месте, наверное, Намибия в Африке. Ух ты. С точки зрения, если оценивать по безопасности, красоте, инфраструктуре для туризма, то вот бывшая немецкая колония Намибия, в которой отличная инфраструктура и очень много есть чего посмотреть. Затем, наверное, пойдет Непал с его гималайскими горами, красивыми. То есть, будучи в Непале, обов'язково потребно подняться на гору. А иначе туда зря ехать. Mm -hmm. <laughs> тобто, То есть без сенсу. Приехать не увидеть высокие горы – это ну, как минимум глупо. А, еще бы я выделил, наверное, Исландию, mm -hmm. США, Перу. Вот это вот, наверное, топ 5 стран, в которых будет точно интересно. Это ну, в мире, но ну, может быть Новая Зеландия. Здесь есть. Конфликт вкусов, mm -hmm. кому-то нравится что-то одно, кому-то что-то другое. Я свое такое субъективное мнение выражаю. Ну вот, э, и, наверное, там седьмое место Япония. Еще так, э, я разумею, при... <свят> Япония, Штаты, а вот в Исландии на что звернуть увагу? Еще ну, поговоримся. Северная страна, которая, кстати, по примеру Чернобыля тоже получила толчок туристический благодаря фильму, выпущенному про Исландию. Это северная страна, в которой можно. Ехать много часов на машине, не встретить ни одного сооружения, человека, может быть даже ни одну машину. Mm -hmm. Таких мест на планете все меньше и меньше. И в Исландии при этом достаточно все дорого. Там высокий уровень цен, наверное, чуть ли не один из самых высоких в мире. Но зато там отличные дороги, там абсолютно нет преступности. Mm -hmm. Там есть отели, там есть что посмотреть, и там очень много объектов природного характера, такие как горы, фьорды, киты, можно увидеть китов вживую, там поплавать с ними. И это на пересечении северного ледовитого атлантических океанов, угу. то есть это вот такая вот морская северная страна, угу. но очень такая суровая и красивая. Так, хочеться продовжити Штатами. А що буде, от, наприклад, українець приїжджає зараз в Штати. На що, на твою думку, йому потрібно обов'язково куди потрапити? Що подивитися? Мені подобається очень западне побережье Америки, причому з севера до Юга. А, там Ну из того, что обязательно надо, ну наверное, Гранд каньон это там в первую очередь, uh -huh. потому что тоже побыть в Америке не увидеть Гранд каньон это все равно, что побыть в Непале не увидеть там высотные горы, Вот, это раз. Там есть каньон Антилопа, очень красивое интересное место в резервации индейцев. Там есть парк секвой, который вот я считаю. Вот там да, много Да, да, да. Там самое высокое дерево на планете, вот оно растет там. Трасса 66 известная такая. Очень... Вот Америка чем хороша, это очень стильная страна такая. Вот, наверное, лучше слова не подберешь. Там, если это трасса 66, она не стоит какая-то маленькая деревушка из там пяти домов, там будет все посвящено вот этому объекту трассы 66. Там будут какие-то бензоколонки 30-х годов, там будут какие-то кафе, там какие-то стоянки для байкеров и все остальное. И ты проникаешь в вот этой атмосферой, и вот ну, просто э, это тоже неизгладимое впечатление оставляет, которые на очень на долгое время запоминаются. Э, да, кроме этого, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, вот эти вот город города тоже. ну... Да. Там есть тоже своя атмосфера, своя душа mm -hmm. в этих городах, и она, она тоже вот очень интересная, мне кажется. Mm -hmm. Так, ну, дивись, мы только что говорили про Штаты, я уже начал где-то там в Лос-Анджелесе покупать себе квартиру, давай вернемся до Украину. И вот на твою думку, вот украинцы сезонно какие отпуски выбирают? Что наипопулярнейшее у украинцев в сезоне? Есть несколько категорий людей в Украине. Одни из них это те, которые вот не имеют возможности путешествовать, отдыхать никогда, кроме лета. Берут только лето и уезжают там куда-то только летом. И мне кажется, это обделенные люди, потому что они видят только одну страницу книги. Потому что весной, осенью, зимой много мест, где сезонность только в это время. И поехать летом в ту же Намибию, ну, в Намибию нет, но в какую-то африканскую страну, там будет жарко просто. Слишком. Если или в тот же Непал, если поехать летом, там будет сезон дождей. Так. Там просто ничего не увидишь, и куда-то ходить, выходить вообще из отеля не будет, не будет иметь смысла. А вот э, весной, осенью, зимой есть очень большое количество мест, где сезонно вот только в это время хорошо поехать. Если кто-то, например, там гоняется и хочет увидеть северное сияние в Исландии, например, то тогда надо поехать зимой. Mm -hmm. Летом его просто не будет, потому что солнце там практически не садится летом. Ну и так далее. Есть много нюансов. И вот те люди, которые могут себе позволить, вторая группа украинцев, да, которые могут себе позволить в любое время уехать там на неделю, на две. Они более счастливые люди, наверное, в плане туризма, и они для себя вот уже страницы этой туристической книги мира увидят больше. Ну, ми вже сьогодні згадували Туреччина, Єгипет найкращі варіанти, такі ну, бюджетніші. От хочеться, знаєш, на твою думку дізнатися, все ж таки, як експерта з туризму. От е, приїжджаючи в Турцію, щоб не на пляжі там смажитися, так і не сидіти в готелі. А що от, от, ти порадив би відвідати? Якось урізноманітнити відпочинок. Да, ну, кстати, и отели в Турции очень хорошие. Мы, так. мы вот разговаривали недавно с нашими клиентами, которые он говорит: слушай, я вот не могу понять, что происходит. Куда не приезжаешь, в любую страну, пятизвездочные отель они плюс-минус одинаковые. Но лучшие из них в Турции находят. Вот, особенно для детей, вот ага. те, кто путешествует вот, с семьями, с детьми, mm -hmm. это самое комфортное место. Лететь недалеко, отели классные, питание классное, mm -hmm. обслуживание хорошее, дальше больше ничего не надо. Mm -hmm. Но. Ты прав, что Турция действительно это не только отели. Uh -huh. Это некое, некое стереотипное такое мнение. Приглашаешь людей, поехали в Турцию по путешествиям. Они, фу, Турция, ну там же все mm -hmm. понятно, там же вот отели. Mm -hmm. Это стереотипы. И на самом деле совершенно не так. Если вспомнить, та же Каппадокия, это совсем другой yeah. мирок такой, он mm -hmm. тоже находится в Турции. Стамбул, он тоже находится в Турции. Э, Ликийская тропа есть классное место для пешего туризма. Вот mm -hmm. по горам там в южной части, это тоже Турция. На яхтах можно там путешествовать, можно сделать... Э, там даже, ну как бы, если зимой, то это совсем другой вид отдыха еще получится. То есть я хочу сказать о том, что, ну если посмотреть немножко шире, то в Турции отличная природа, там отличная тоже инфраструктура, там хорошие дороги, все остальное безопасно и для путешествия эта страна, ну очень привлекательна. Ну и плюс она недалеко от Украины. Так, ну і ми згадали все ж таки про стереотипи. Е, ну, куди ж без них? Ну, да. Хочеться от, на твою думку, від яких стереотипів українці повинні просто от попрощатися з ними от прямо зараз? Ну, во-первых, що туризм це сложно, ну, треба три речі для того, щоб путешествувати: це желання, це деньги. По большому счету даже одну это желание. Так. А все остальное, оно как бы приходит. И в этом нет ничего сложного, и надо просто ну, себя как-то мотивировать, и все получится. А, следующий стереотип то, что... Ну, наверное, это как-то сложно, это как-то непонятно. Uh -huh. Это все сложно только первый раз. Когда начинаешь изучать вопрос какой-то, какую-то новую страну или что-то еще, просто открыть Google почитать, и этого будет достаточно для uh -huh. того, чтобы спланировать, сделать или найти, кто сделает. Классное путешествие, ну, практически в любой точке мира. Uh -huh. Есть страны более интересные, менее интересные, более безопасные, менее безопасные, но... Поэтому можно посоветоваться с каким-то экспертом, гидом, с человеком, которому доверяешь, который просто посоветует куда-нибудь в Сомали не лететь. В угу. всяком случае, группой, может быть, <соторит> небольшим количеством <соторит> людей будет возможность там, себя хорошо чувствовать. <соторит> ну, сомалийцы, так, пытанием, конечно. <соторит> да. Поэтому как вот я уже сказал, повторюсь еще раз, для хорошего путешествия надо, в общем-то, одна вещь — это желание. Так. бажание у всех есть, я думаю. Это пора только час и возможность. Бажание, так. Тут я полностью тебя поддерживаю. На все сто. Ти вже кудись улетіла? Вже... Якщо чесно, да, так розповідала, так я думаю, я б це зараз на сонечку позасмагала. <гум> там, вже, <гум> да, там вже по гори, бо походили. І одразу здиш, так знаєш, починаєш планувати. І одразу, якщо чесно, я починаю рахувати ціни. А скажіть, будь ласка, середній ось такій е, можливо вивести середній цінник, наприклад, для родинної поїздки, наприклад, в Турцію. Який це зараз цінник? Если говорим о путешествии так. или о просто... Не-не, о, о подрожье самое, потому что мы выходим из стандартов. Хорошо. Смотрите, для того, чтобы, например, пройти по литийской тропе для семьи, им надо туда просто прилететь, доехать до места старта, иметь с собой запас еды там на 5 дней, грубо говоря, палатку, пару спальников и, собственно, все. Ну, если так даже на скидку посчитать, там по 200 долларов перелет, может быть, еще 100 долларов трансфер на всех, туда... И трансфер 100 долларов обратно, питание, ну то есть в тысячу семья на неделю вполне себе вложится. Mm -hmm. Это я так даже уже с большим запасом там на какие-то развлечения все остальное. Бюджет будет очень сильно зависеть от того, что вы собственно запланировать. Если мы там запланируем какие-то вертолетные прогулки или что-то еще, то соответственно этот прайс увеличится, наверное там нолик надо будет где-то дописать. То есть Опять же, желание уже будет человека мотивировать, а он уже будет искать возможности. А возможность сделать путешествие в Турции, она может колебаться в цене очень сильно в зависимости от тех вот запросов, которые человек перед этим ставит. То есть есть бюджетные версии, как есть и отели двухзвездочные и пятизвездочные, и они будут отличаться в цене. Точно так же и здесь. Поэтому нету какого-то, знаете, одного прайса, вот путешествие в Турции на неделю, там, 1000 долларов и все. <реш> То есть все зависит от наших бажань и, да. в принципе, как мы себе там сплануем. Да, Это да, разумимо. да, сто процентов. Ну, извини, от финансовых возможностей. Потому что тут хочешь на 10 тысяч долларов відпочити, а у тебя там не 40 гривен. что делать? Да, ну зарабатывать деньги тогда стоит. Так, так, там треба стараться. на Ну вот, кстати, знаете, интересно на этот счет. У меня довольно дорогие путешествия, и они бывают часто. И у меня в путешествии я встречаю автослесарем, парень работает, токарем на заводе. Да, они, правда, не женаты оба, но э, они собирают себе деньги, откладывают там какой-то mm -hmm. длительный промежуток времени для того, чтобы осуществить какую-то свою мечту. Вот э, дальнобойщик парень был, который на Килиманджаро поднимался, тоже не дешевое удовольствие. То есть, опять же, было бы желание, а там уже можно по 50 долларов зарплаты откладывать и через три года куда-то улететь на что-то такое. Значит. знаете, я вот весь наш такий эфир, э, э, интервью на вас дивилась, вот вы ви, от визуально, вы ви прям справжний эксперт с туризму. Такая у вас классная сорочка, э, дуже классные шкарпетки, не знаю, может, вы не бачите на зараз студии, але с какаду, с таким яскравым. И э, мне взагалі цікаво зрозуміти вашу думку, что для вас саме туризм. От у каждого есть своя философия, пояснення от его роду занятий. Что для вас означает туризм? Ой, знаете, это образ жизни уже. Когда-то это было Хобби, потом она превратилась в бизнес. А сейчас это образ жизни. Причем это можно оценить тем, что когда ты выходишь на работу в воскресенье, тебя это не напрягает. Когда только у тебя такое случилось, значит, ты уже переключился из состояния бизнеса в состояние образа жизни, на мой взгляд, так. Классно. Слухай, Я а у нас десь тобі є розумій, такі примикання. Да? В неділю потрібно вийти на роботу, а тобі в кайф. Слухай, також хочеться давай на завершення. Цікава твоя думка. Що ти можеш зараз глядачам побажати? Бо є, знаєш, люди, які після пандемії вони трішки так втратили себе в якомусь певному сенсі, і їм реально потрібно відпочивати. Не у всіх є гроші, але, можливо, щось локально смотрите, якщо... проблема, вот у нас красная ниточкой такой последние несколько минут разговора о гроши. Если нет денег, то, опять же, ну, поедьте в Карпаты, сядьте на поезд, доедьте до Ивана Франковска, оттуда на маршрутке до куда-нибудь Буковеля, там снимите у бабушки самое дешевое жилье на, на, день, на денек, съездите на рафтинг, сходите на Гаверлу, это займет 2-3 дня, но вы вернетесь с новым человеком совершенно другим, потому что... Переключитесь. А даже э, люди говорят: "Слушай, есть какая-то магия". Вот я поехал в путешествие, там бизнесмен. Мне какие-то инсайты пришли, я что-то там как-то в голове порядок навел. У меня как-то там с друзьями немного отношения поменялись и все остальное. В чем секрет? Говорит, расскажи. Я говорю: "Ну, секрет просто. Во-первых, ты выпал из информационного поля, во-вторых, тут нет Wi-Fi, и, и ты просто э, находишься наедине со своими мыслями." И вот твои же мысли тебе подсказывают те вещи, которых ты не замечаешь в, в обычной жизни. И для людей это архиважно. И вот э, найти для себя несколько дней для того, чтобы поехать, обновиться, э, вот э, стать... Новым или другим, mm -hmm. это очень важно, это обязательно надо делать, иначе выгорание, иначе депрессия и все остальное. Поэтому, ну, путешествие это своего рода лекарство от депрессии, наверное, так. Слухай, классно. классно. А вот когда ты ты, это может быть как допомога познать себя лучше и стать собой честным? Естественно. Более того, это происходит там первые годы путешествия, потом ты себя уже Узнаешь уже немного как-то другие процессы в тебе происходят, mm -hmm. а, тоже более интересные. Но я даже скажу так. Если бы я был президентом, я бы обязательно сдал бы какой-то такой закон, он mm -hmm. законы не сдает, не но хотя бы его инициировал, о том, чтобы люди перед тем, как жениться или выходить замуж, обязательно отправлялись на две недели, там, на три в путешествие. Класс! Потому что там они узнают друг о друге намного больше, чем за годы жизни вместе. Mm -hmm. И вот э, это важнейшая вещь, если хочешь узнать человека, я не знаю, там, бизнес-партнера, mm -hmm. там, партнера в семье будущего или настоящего, то просто отправься с ним в путешествие. И причем желательно в какое-нибудь непростое, сложное, замысловато, чтобы приходилось решать какие-то задачи и э, в какой-то момент, может быть, тебе придется принять какое-то решение, которое э, твой партнер оценит просто, что это, знаешь, ты, э, когда стало холодно, снял себе куртку, надел на него. Это важные вещи. А в жизни это, к сожалению, проявится только когда придет какая-то mm -hmm. проблема. Тогда вот все начнут понимать и говорить, что, ну да, вот э, мы разстались, разошлись mm -hmm. из-за того, что ты вот оказался не такой человек. То есть в путешествиях это все вскрывается легче, маски с человека срываются, и ты видишь человека настоящего, такой, какой он есть на самом деле. Слушай, ну, я тебе скажу, что меня ты просто вразил, мягко кажучи. У нас много разных гостей было в нашей студии, и мы, знаешь, иногда ну, уявляли, как бы я бу... ну, там, якби гость был президентом, что бы он сделал. Такого еще никогда никто не сказал. Я... Мы тебе вдячні. Так, это было. реально гениально. Ну я думаю, що друзі, ми це повинні дійсно зробити на на законодавчому рівні. І в принципі, молоді і красиві, які зараз нас дивляться, беріть собі на озброєння. Це ну це геніально. Ти знаєш, мені здається, якщо зараз нас бачили якісь агенції, які створюють там, організовують весілля або там якось зводять пари ще щось. Вони такі так включаємо до своєї програми, подорож перед весіллям, а потім весілля і подорож після весілля. Это мені точно. здається, буде так. А відсотки за використання ідеї будуть надходити. До Андрія Ходєєва, експерта з туризму, з яким ми сьогодні провели ранок, і почули від нього такий цікавий інсайт. Дякуємо тобі дуже за корисну інформацію за вражаючу інформацію. Спасибо вам. Шановні глядачі, для того, щоб завжди бути з нами, якщо ви упустили якусь цікаву інформацію, вам цікаво дізнатися, що пророкують зірки, які гості у нас сьогодні були у студії, обов'язково підпишіться на наш ютуб канал і будьте з нами. Ну а після того, як підписалися, не забудьте увімкнути дзвіночок, адже він вас буде сповіщати про новий та цікавий матеріал. thank you